Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A32 изменить рингтон. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт звуки вибрация и меняем мелодию звонка. Также можем изменить звук уведомлений. И выходим. Как вы можете заметить, звуки уведомлений и мелодия звонка изменились. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!